Шах, ну что, у тебя заканчивается контракт, ты, к сожалению, уезжаешь из Тирасполя, покидаешь Динамо Авто. Какие у тебя чувства, что ты можешь сказать об этом времени, которое ты провел в нашем клубе? Ну, было хорошие времена, но я очень рад, что играл тот год. И хорошие ребята. Ну, были один этого семья. У нас все хорошо было на это время. Хорошее время проводили здесь, в Тирасполе. Доволен своим выступлением в Ну чемпионате? да, я доволен, что я играл тут. Ну, для меня это очень, ну, хороший опыт был тут. Ну, ребятам спасибо, что поддерживали нас, Динамо, меня. Спасибо всем.